поэтому время, что они говорили, несмотря на отрицательную температуру, работы здесь ведутся довольно ускоренными темпами. Сегодня здесь загорелось 63 парковых светильника. И кроме 49 светильников загорелось на улице, которая примыкает к этой парковой зоне. Это 3-й интернационала, 2-й пятилетка и проспект Орджоникидзе. И это появится уже целый комплекс освещенный. И надеемся, что все благоустройство будет закончено огнем города. Во сколько обошлись? Ну вот вы как начинаете? Ну во сколько обошлись? Работы ведутся. Вас интересно, во сколько обошлись? Пожалуйста, зайдите на сайт департамента. О всех торгах информация вывешена. Я не могу на скидку сказать, сколько сегодня стоит прокладка кабеля. Для этого нужно закрыть формы. А сдача объекта произойдет в августе следующего года.